Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы. По причине того, что когда я приглашаю вас в группу, у некоторых закрыты приглашения. То есть мое уведомление к вам не придет. И многие девочки не знают, как поменять настройки. Сегодня хочу показать вам для всех, как изменить настройки публичности. Вот смотрите, я на своей странице, да? Вот моя фотография, аватарка, да? Под аватаркой вот столбик разных разделов, да? Двигаем вверх. Двигаем вверх, еще. Все, вот нашли. Мои настройки. Нажимаем. Мои настройки. Выходит поле. Вот, основные, публичность. Нам нужна публичность. Нажимаем публичность. Вот. Что нам нужно в публичности? Вот переходим вот сюда. Поднимаем. Вот у меня. Кто может видеть? Вот, допустим, мой возраст. Только я хочу видеть. Вот тут вы выбираете все, что хотите. Нажимаете, да? Дальше. Разрешить. Написано жирным шрифтом. Разрешить. И вот смотрим. Раз, два, 3, 4, 5. Пятая строчка снизу. И вам предлагается три варианта. Вот, вот эти кружочки светлые. Вот. 1, 2, 3. Вот у меня отмечено. Нельзя меня никому приглашать в группы. Вот. Жирная точка. А вам для того, чтобы я вас пригласила в группу, поскольку вы у меня в друзьях, я приглашаю друзей, вы должны нажать только друзьям, вот сюда вот. И обязательно кнопочку «Сохранить». Кнопочка «Сохранить» ниже, вот она, желтенькая. Все, сохраняем. И ваши друзья могут вас пригласить. Если вам надо, вы можете после того, как я вас приглашу в закрытую группу, снова поставить запрет на приглашение. Вот я вам сейчас показала, а теперь я вернусь назад. Я напишу, что меня приглашать в группы никто не может. Я вот напишу вот сюда «никому». Вот и сохраню. А вы мне должны открыть. Понятно, девочки? Все, давайте открываем свои профили на тот момент, пока вам нужно зайти в группу. Пока-пока, мои хорошие.